так нет. Всем привет! Я вернулась домой. Сегодня среда. Я сходила в больницу, пропустила первые две пары. Пришла домой, у меня есть минут 15 на то, чтобы покушать. Так что я быстро себе сейчас что-нибудь приготовлю. Я сходила к неврологу, но это оказался не тот невролог, который мне нужен. И теперь мне надо еще раз идти к неврологу. Это будет в понедельник. Что бы мне поесть, собственно говоря? Наверное, доширак. В целом все. Сейчас я поем быстренько и отправлюсь на учебу. Сегодня у нас методика преподавания и рисунок. Мы купили с Полиной вот эти мармеладки. И они очень странные. Выглядят вот так. Подставь под трубу. Да руку не упаковку. Максимально странные. Ну вот, это на любителей, на нелюбителей обычного мармелада. Да, обычный мармелад не нравится, но вот этот очень классный. На лифт работает, ура. С фруктовым пюре это вообще. Вот. Наверное, поэтому мы такой разваливали. Да. Какой-то черный. Черничный, наверное. Да. Ну... Не знаю, пахнет она тоже. Да. А я съела одну, что ли? Она есть? Я думала, она одна. Ну что, как именно? У нас рисунок, короче говоря. Сколько лет вообще? Потому что скоро... Скоро закончится, мне кажется. Так быстро? А мы... Пока на вокзал съездили, пока туда. Слишком. Полчаса еще. Мы еще в туалет пошли. Парта у нас уже закончится. Реально? Да. Мы же ничего такого не говорили. Нет. О, сейчас. Подожди. Нет, блин. No, Эллен. А, не, подожди. Вот, что-то да. Не так. Нет, не, я поняла. Вот так вот, все. Вот так. Чик. А-а-а. Потом. А как дальше? Все время на одной, что ли, прыгать? Да. Нет. Чик. Чик. Нет. А, ты не снимала, да? Ой. Ну. Главная тень тут. Теперь я просто не могу существовать. И дня без того, чтобы зайти в Майнкрафт. А еще я научилась собирать кубик Рубика. Все мои друзья уже в курсе этого события. И теперь они обречены на то, чтобы каждый раз разбирать мне кубик Рубика. Потому что я хочу натренироваться, чтобы это было для меня такой простой задачей. И такой быстрый. Но пока это не так. Пока на это уходит пару минут. Точно. Ой. Цвет. Thank you.
возможно, вам будет интересно послушать немножко моего летсплея по Майнкрафту. У меня, поскольку я только зашла в игру, она немножко лагает. Я надеюсь, вас это не смутит. Лучше напишите в комментариях, как вам такой перформанс в виде Майнкрафта. Я не понимаю, что оно очень долго отходит от того, что я его только загрузила. У меня, короче, есть ферма. Но она, знаете, такая немножко жестокая. Еще я забыла, где она находится. Блин. А вон, факела. Она потому что даже без загонов просто... Просто у меня коровы вот так живут. Да. Я, конечно, задолбаюсь это монтировать, наверное. А может и нет. А может и да. Вам тесно? Йоу, мне с тобой очень мило. Что это такое? Тут что? Тебе надо от фасада подработать. Все. Быстренько сходим. Да обратно. Буквально. Чуть-чуть походим по шахтам. Факела-то есть? Есть. Боже, вы бы знали. У меня прям ладошки потеют все время от этого дерьма. Прогрузка моего мира — это то, о чем. Летучая мышь. Офигеть, офигеть. А там вон кто-то это... Я вижу кого-то нехорошего. Вы тоже его видите? Все, все, нет. Я не могу, я не могу, я не могу. Нет. Фух. Да, там крипер, конечно. Угу, я тебя вижу. Прости, собака. Вот тут видно, что как будто ее заставили сделать этот пусковой эскиз, потому что он вообще как будто различается от всего, что она делала. Типа, знаете? Какой пусковой? Поисковой вот этот. Типа он такой просто поскетчил, чисто. Вообще не к теме, мне кажется. Ну почему вон тут это здание, то кусочек есть? Так оно вообще другое. Так она из этого пришла вообще вот в это? Нет, там кусок. Вон он. А. Такие странные. Что это за внезапный деп от Анны Мамоны? На. Прелесть. Я не могу играть в Майнкрафт. Почему? Я очень сильно боюсь, Кирилл. Ужасно. Я, оказывается, вчера играла. Ну, это можно не записать. Всем привет. Я втайне от всех разработчиков Poppy Playtime игры. Вот мы с Дарьей, моей с коллегой, разрабатываем новую карту, ну, локацию. Mm-hmm. Тут будет пасхалка и спрятана одна загадка. Ну вот пока что 3D моделируем, ну ничего особенного. Что могу вам подсказать? Вот в этом ящике что-то да будет. Mm-hmm. А код кто будет писать? Неважно. Но мы отвечаем за визуал. Да, мы что, мы моделируем уровень? Мы же не всю игру делаем. Вообще бомба. Бомба. А я основной разработчик игры Майнкрафт. Да. Поэтому у меня... Я разрабатываю персонажа. Вот такой вот лысый Стив. Такой он пока страшненький. Вообще, вы имели, что он всегда будет со мной, что непременно.
Отрежьте. Отрезай. Нельзя упускать шанс пожаловаться на жизнь. Да, спасибо, моей удачи, если не возьму. Чик, чик. Вот тут вот все ручки красные, все пальчики. Тут все красненькое, заусеницы. Под ногтями чернота. Блин, а где вот это самое жесткое? Вот. Угу, кошмар, кошмар. Ой. Вот. Но почти закончила все. Можно сказать, закончила. А у меня маленький гобеленчик. Технический колледж. Не, ну типа. Кто, признавайтесь, кто заказал лошадь на Валбрюсе? В компьютерный клуб. Что нет? У нас время идет. Как хочешь, еще без разницы. Во влог. Супер. Не знаю. Приобщаем ребенка к культуре, так сказать. Да я играл просто. Ты говоришь, тебе не нравится Майнкрафт. Ты говоришь, тебе нравится Роблокс. Я говорил такое? Да. Ты брежешь. Не брежу. Что ты мне? Ты говорил, что не интересно в Майнкрафт играть. Я не говорю. Говорил. Стоп, погоди. Булыжник. 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 Нет. Тебе палок не хватает, тебе палок еще одну нужна. Посмотри. Да, я просто на видео. Давай я себя буду снимать, мою реакцию. Пока твоя жизнь загадка. Он забавный. Да не кринжово, покажи. Нет. Да покажи. Нет. Да все похвалят. Нет. Скажи. Нет. Милашка. Ничего это. Боже, сейчас где-то черт плачет.